Морж и северный олень украсят фасад первой городской школы. В Нарьян-Маре началась работа над арт-объектом с изображением редких арктических животных. Стрит-арт призван привлечь внимание к проблеме глобального изменения климата и его влияния на природу Арктики. Дарья Чупрова продолжит тему. На фасаде первой школы создается мурал – большая картина для украшения города и привлечения местных жителей к экологическим проблемам. Александр Менухов поднялся на вышке практически под самую крышу образовательного учреждения. Он создает новое яркое полотно. Художник отправился работать прямо с самолета. Я прилетел позавчера днем, и сразу мы вечером перенесли, покрыли, сразу грунтовали, принесли рисунок с помощью проектора. Вчера день, сегодня день, ну, я думаю, еще пару дней, наверное. Ну, пару дней на вышке и один день, наверное, так, с лестницы снизу. Мастер рассчитывал справиться за 3 дня, но стена кирпичная, и время, чтобы покрыть прожилки, требуется в 2 раза больше. Тем более Александр придерживается классической школы при работе с краской. Проще баллончиками с таким материалом работать. Я баллонами не работаю, я обычно фасадной краской рисую. И да, поэтому чуть подольше. Для этого фасада было разработано 2 эскиза. Населению была предоставлена возможность выбрать понравившийся вариант путем голосования. В итоге остановились на северных животных – морже и олене. На альтернативном варианте были изображены дети, играющие в деревянные игрушки животные, которые находятся сейчас под охраной или уже были утрачены. Рисуется мурал морозостойкой и влагоустойчивой краской. За этот год художникам было уже создано 6 стенок. Предстоит еще 3. Одна из них в столице Ненецкого округа. В основном работаю со сборной тейблой. Мы строим скульптуры. Ну и сам для себя расписываю стенки иногда. То есть у меня есть проекты в Польше, в Норвегии, на Сицилии тоже мы как-то расписывали. И, ну и делаю выставки, соответственно, творческие работы, как художник. Название «Тайбола» от финно-угорского слова переводится как «дорога в тайге». Участники творческой группы адаптируют его как «путь к себе, путь в творчестве». Арт-объект в городе Нарьян-Мар реализуется в рамках проекта «Повышение осведомленности об изменении климата среди молодежи». Также будут созданы картины в Архангельске, Северодвинске и Мурманске. Наше изображение как раз находится напротив молодежного центра, да, то есть где каждый день, по сути, находится молодежь, напротив стадиона и на здании первой школы. Такие композиции улучшают городскую среду, добавляют яркие краски. Но просто так рисовать граффити на зданиях нельзя. При создании мурала необходимо всегда проходить голосование. Если, допустим, изображать мурал на здании жилого дома, то должно быть согласование всех жильцов этого дома. Да? То есть, если это, как у нас в данном случае, здание школы, то это согласование с руководством школы и с руководством департамента образования, культуры и спорта, то есть администрации округа. Да? То есть, задача арт-объектов – рассказать о существующих глобальных процессах. Проблема изменения климата все чаще выходит на повестку. И в первую очередь она касается арктических территорий, потому что эти изменения у нас более ярко выражены. Температура поверхностного слоя океана или морей, изменение сезонного ледового покроя, изменение в уровне многолетних мерзлых пород и в резких колебаниях тепла и холода. Дарья Чупрова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».